В моногороде Кувшиново Тверской области планируют строительство тепличного комплекса. Перспективы развития обсудили на прошедшем заседании регионального правительства. Подробности в нашем сюжете. Инвестиционный проект реализовывается по генеральному соглашению между Тверской областью и Фондом развития моногородов, что позволяет региону направлять заявки и получать софинансирование. Планируется, что первым проектом, который получит поддержку, станет тепличный комплекс Кувшиново мощностью до 14 тысяч тонн овощей в год. Наличие такого статуса, как монотерритория, дает возможность экономить инвестору деньги на уплате специальных налогов и платежей, в том числе и в региональный бюджет. Поэтому мы готовы обменять льготы нашего бюджета, которые мы предоставляем, на новые рабочие места в небюджетной сфере. Площадь тепличного комплекса Кувшиновский составит 15 гектар. Планируется, что это создаст более 250 рабочих мест. Первый камень в основании комплекса заложен в июле этого года. Строительство будет вестись в три этапа. Первые теплицы введут в эксплуатацию летом 2020 года. Завершится строительство в 2022 году. В теплицах будут выращивать огурцы, томаты защищенного грунта, салаты, зеленые культуры. В перспективе выращивание других видов овощных культур. Создание комплекса повысит доступность свежих овощей в Твери и области. Первые овощи из теплиц начнут поступать в магазины с сентября следующего года. За счет нашего комплекса мы сможем закрыть порядка 72% всей потребности, которая есть на территории Тверской области. Наша основная задача – сделать продукт именно таким образом, чтобы от него получало удовольствие население области. Также этим летом Кувшиново посетили представители Фонда развития моногородов. Тогда состоялось подписание первого соглашения о менторстве между Кувшиново и Котовском Тамбовской области. По нему оказывается экспертная помощь по развитию города. В частности, это привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и экономики. В настоящее время в регионе насчитывается 7 монотерриторий.